І хочеться порекомендувати канал «Чудові камрадки з Хмельниччини». Я дуже сподіваюся, звісно, що це динарик. Коп копом, динарики динариками, но обед ніхто не відміняв. Помідорки, огурчики, майонез, все, хлебушек. Красота! Ребят, у меня есть просто замечательная находка. Я давно такое не находил. Я вообще никогда такое не находил. Но одна копанная ямка. Вторая. Шестая. Но места здесь, конечно, просто шикарные. Аукцион Vivality – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Vivality – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме, эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Vivality вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Vivality. Ссылки под видео в описании. Ребята, всем привет! Это новый выпуск канала «В поисках золота Украина». Выбрались мы с друзьями покопаться. Ходим в разведке, нашли интересное поле, кстати. Мы тут были два раза в разведке, ходили с разных сторон по разным полям. Наконец-то мы нашли то, что нам нужно. Есть находочки интересные. Перед тем, как показать, хочется передать привет группе в Вайбере Коп.ua. Ребята, вам всем привет. Группе Тустань, вам всем привет. Хабар Плюс, Полесье ЗТ, ребята, вам всем привет. И хочется порекомендовать канал «Чудові камрадки з Хмельниччини. Життя як хобі» Інни Абрам. Друзі, підписуйтесь на канал. Ссылочка на канал буде в описании под видео. Сейчас я вам находочку свою покажу. Есть, друзья, у меня первый динарик. Я очень надеюсь, конечно, что это динарик. Вот он в грудочке лежит. Сейчас мы вместе с вами посмотрим, кто же здесь у нас. Динарик такой интересный. Так, кто это такой? Не видно. Непонятно. Блин, ребят, не знаю, кто это. Кто знает? Пишите в комментариях. Дива. Легенда какая-то, дива. Так, легенда понятна, а кто же это такой? То ли Пий? Пий, по-моему. Ну, находочка. Такой он какой-то неровный, вклепали его так чем-то. Находочка. Потом подойдем к Любомиру, посмотрим его динарик. Ладно, друзья, не будем терять времени, идем дальше искать. Смотрите. Динаричек. Друзья, подошел к Любомиру. А у него палец. Посмотреть его находочку. Привет, не хочешь передать? Всем привет. Кому? Всем. Кому всем? Всем-всем-всем. Порекомендуй какой-то канал. Порекомендуй. Не могу. Я не знаю название. Красавчик. Порекомендовал бы мой.
кому? На твоем канале это выглядит? Да, что тут стесняться. Значит, Фаустина. Блин, надо присесть, такой ветруган, что просто капец. Сегодня хоть не жарко, правда? Фаустина младшая, друзья. Дива Фаустина. О, еще и не перевертыш, да? Ну, прикольно, чувак какой-то стоит, индеец с копьем. Марс. Марс. Воинственный Марс. Да, пойдет. Ну, у меня поярче, я сейчас тебе покажу. Держи-ка. А, империю еще какую-то нашел. Еще какой-то кусочек, кусочек. Серебра. Ой, фибулка. Бронзовая, да? Смотри, кусочек серебряного. Смотри, как фибула разломалась, я вижу, да? Видишь? Смотри, зацени, чувак, какой у меня динаричек. Скажи, классный. Где ты его так, видишь, как его как-то расклепали? Какой-то пий, наверное. Да, есть Антонин. Антонинус. Класс. Сумки резали. Черный. Да-да-да, подрезали. Я с блондиночкой хожу, друзья. Все, у меня случилось, короче, кардинальное изменение в жизни. Я поменял брюнетку на блондинку. Жене не говорите 100%. Не, жена блондинка на самом деле. Ладно. Придет мне моя блондинка. Это еще не моя, это я еще хожу с другом блондинкой. Придет мне моя блондиночка, и я буду с ней ходить. Нравится мне с блондинкой ходить. Очень хорошо. Ладно, мы пошли дальше искать. Смотрите. Вот такая вот, друзья, инсталляция. Это, по всей видимости, Тёмыча или Калина. А вот моя. Я такую тоже выложу. Интересно, как долго она сможет простоять. Думаю, до первого нормального дождя. Друзья, коп копом, динарики динариками, но обед никто не отменял. Поэтому мы все сейчас собрались и идем обедать. Сейчас посмотрим, что нам там Любомир накрыл, какую поляну. Пацаны уже пришли к машине, смотри. Ладно, сейчас глянем, что там у нас сегодня на обед. Не переключайтесь. Не жарко так хорошо. Ну что вы там, а? Копатели? Копатели готовятся к обеду. Коляныч, смачного тебе, дружище. Что у вас там на обед сегодня? Майонез, рыба и хлеб. Трускавецкая. А Гена что, копает в машине? Да, я в машине. А Гена, красавчик. Гена любитель приехать в игрушку поиграть. Я самый логичный копатель. Целый день. Все правильно, сейчас мы свой обед достанем. Лайфхак, друзья, смотрите, если у вас оморок, можно сделать вот так вот. Положить на заднюю, короче. Полевой душ. Слушай, тут бассейн можно сделать. Я же сказал, там раков выращивать можно. Сделать бассейн и выращивать раков, да? Ну да. Ладно, достаем хаучик. Друзья, лайфхак. Кстати, я когда-то показывал. Ну, может, уже все забыли. Вот такой вот лайфхак. Ставите бутылочку и можно руки помыть. Так что берите на вооружение. Может, кому-то пригодится. У нас сегодня на обед сосиски. Сырок домашний, козий. Вот такой вот. Вкусный капец, короче. Помидорки, огурчики, майонез, все, хлебушек. Красота, да?
Да, Любомир? Смачного вам всем, друзья. Что так грустно? Пообедали мы, друзья. Прошло, наверное, минут 10 с того момента, как я вышел на поле. У нас похолодало, поднялся сильный ветер. Пришлось одеть курточку. Ребят, у меня есть просто замечательная находка. Я давно такое не находил. Я вообще никогда такое не находил. Но такой металл находил. Сейчас мы вместе с вами посмотрим. Взгляните, друзья, это оно. Оно. То, что надо. Выкопал я ее вот здесь, вот прям сверху, из-под корня достал, из-под вот этого. Смотрите, какая замечательная пришивная бляшка, наверное, я так думаю. Ребят, это золото. Золото. Блин, как приятно находить такие вещи. Просто капец. Такое классное. Сейчас зафоткаю. И в Инстаграм. Крутяк. Просто крутяк. Вот вам и перепашечка свежая. Свежая перепашечка. И разведка, пожалуйста. Разведка решает все, ребят. Надо ходить искать новые места. Крутяк. Сейчас пацанам по рации скажу. Пускай за меня тоже порадуется. Тёмыч, прием. Тёмыч, ты меня слышишь? Отлично слышу. Тёмыч, не матерись только, потому что я снимаю видео как раз. Не понял ничего. Я говорю, не матерись, потому что я видео снимаю. А, понял. Тёмыч, я золото нашел. Красавчик. Что там, заготовка? Не, не заготовка, такая пришивная бляшка. Красавчик. Прикинь, первый сигнал после того, как пообедали. Красавец. Давай, конец связи. Друзья, порадуйтесь за меня тоже. Вот такая вот классная находочка. Крутяк. Просто крутяк. Сейчас к вам развернусь. Крутяцкая, друзья, находочка. Я в шоке. Просто класс. Как вам ее показать? Сейчас. Ставочку сделаем. Золото. Все, друзья, не переключайтесь. Я пошел дальше искать. Хочется еще что-то найти. Друзья, иду себе такой, иду. Тут четенький сигнальчик такой. И вот, смотрите, есть монетка. А, не, не динарик. Что это такое? Ой, вообще ничего не видно. Какие-то советы, наверное, залипшие. Советы точно. СССР. Находочка, находочка. Идем дальше искать. Такая перепашка. Не самый лучший вариант, конечно, но что-то вылазит. Что-то вылазит. Это Коляныч там гуляет. Колян шляпу поменял. У него была пробковая, взял другую. Ладно, друзья, идем дальше искать, смотрите.
вышло солнышко, друзья, и немножко потеплело. Есть у нас находочка. Монетка. Монетка. Сейчас посмотрим, что это. Светина какая-то ранняя, судя по гербу. Блин, перчатки порвались, капец. 3 копейки. Какой там год хоть. 3 копейки. Не видно, какого года. Ну, в общем, монетка, друзья. Монетка. Палыча любимые советы. Палычу привет. Подписывайтесь на канал Палыч. Ходим мы все, ходим. Пацаны поехали немножко отъехать в другую сторону в разведке. А мы с Коляном все топчем это поле. Год у нас здесь 26-й. 1900. Сейчас фокусируемся. 1926 года. Находка. Берем, идем дальше искать. Смотрите. А вот и керамика, друзья. Ее сейчас плохо очень видно, но она все-таки здесь есть. Вот благодаря керамике мы нашли это поселение. Вот такая вот она, черняховская керамика. Сейчас попытаюсь протереть вам, показать. Вот есть такая вот тонкая, есть потолще. Сейчас ее разломаю, секундочку. Вот такая вот она внутри. С вкраплениями песочка какого-то. Глина вперемешку. Еще с песком, наверное. Делали ее так. Обжигали. И получались такие вот всякие тарелки, горшки. Вот так вот, друзья. Есть она, есть керамика. Но очень плохо ее видно. Когда выворачивают наружу, то проскакивает. После дождя ее будет очень хорошо видно. Когда дождь повымывает землю. Такое, ходим мы, друзья, ходим. Пока ничего. Советину выкопал. И все, будем еще ходить. Есть еще где ходить. Поэтому походим, смотрите. Переехали мы, друзья, на такое вот замечательное поле. Тут была соя. Убрали сою, стерня есть, но в принципе терпимо, можно ходить. Это Любомир вот там вот ходит. Значит, у меня есть находочка, сейчас вам покажу. Смотрите, что мне вывалилось. Спиночка с фибулы. Ветер сегодня страшный, просто капец. Смотрите, какая прикольная. Просто прикольная спинка с фибулы. Иголки жалко нету. Но все равно находочка. Находочка. Берем. Будем здесь ходить. Места здесь интересные. Тоже попадалось золото, поэтому шансы выцепить что-то нормальное есть. И динарики тут тоже попадались. Надо ходить. Ямки есть, вон кто-то копал. Но это же все такое. Кто-то куда-то не дошел, где-то не домахнул. А мы находим. Вот я между ямок, можно сказать, почти нашел фибулу. Ладно, друзья, смотрите, я пошел дальше искать. Oh,
Ходим мы, друзья, по снятой сое. Есть у меня находочка. И я вам сейчас еще покажу один прикол. Смотрите. Есть у меня вот находочка. Сейчас мы ее посмотрим. Смотрите, друзья. Одна копанная ямка. Вторая. Третья. Там дальше четвертая. Вот пятая. Шестая. Короче, обкопано все вокруг. Просто капец. Ну, достал я его, конечно, с глубины. Ну, может, он не совсем со штыка лежал, но очень глубоко. Слабенький сигнальчик был. Но такой прослушиваемый. И есть, друзья, динарик. Сейчас посмотрим, кто здесь у нас. Ой, не видно ничего. Блин. О, а легенда хорошая. Легендочка зачетная. Ой, какая хорошенькая. Класс. Крылатая Виктория, что ли? А может и нет, может что-то путаю. Ну, прикольная. Кто же здесь у нас? Кто ж ты такой? Блин, ребят, не видно ничего. Не видно. Но я думаю, что он откиснет и будет в просто замечательном состоянии. Легенда, конечно, просто красотка. Сейчас зафоткаю его. Класс. Это второй динарик. Какой-то он еще такой. А не, все правильно. Это второй динарик, друзья. Сегодня, конечно, прекрасный день. Два динарика, золото. Шик и блеск. Разведка все-таки дала свое. Так, будем мы... А, и машина же вот наша стоит, смотрите. Это самый основной прикол. Так что, походим мы тут чуть потопчемся. Если будут какие-то находки, вы все увидите. Смотрите. Идем к машине, друзья, попробуем еще куда-то переехать, если получится. И есть у меня находочка, сверху лежала, ногой отгреб ее. Вот такая вот спиночка с фибулы. Находка. Идем, в общем, к машине. Пацаны, наша вторая команда ходили на ту сторону в разведку. Не знаю, что-то они походили и быстро вернулись. По всей видимости, там ничего нету. А может, не зацепились. В общем, связи с ними нету. Сеть здесь не ловит. Буду их видеть, спрошу, что там. Есть там что-то? Нет ничего. Но места здесь, конечно, просто шикарные. Такая река была, что здоровенная, что просто капец. Вот там вот бугры тоже интересные с той стороны. Но там растет кукуруза. Пока туда не добраться, в общем. Ладно, попробуем куда-то переехать. Сейчас я к вам развернусь. Ребят, попробуем куда-то переехать. Если получится. Есть еще несколько мест. Но мы как бы не совсем знаем, что там посажено. Поэтому... Будет у нас еще сегодня коп или не будет, не знаю. В общем, мы едем, а вы смотрите. Друзья, прошлись мы в разведке за вот этими вот холмочками, которые за мной. Обошли вокруг, там дальше озеро. Обошли вокруг вот это озеро. И сюда, и вышли сейчас к машине. Будем, наверное, ехать домой. Заканчивается наша сегодняшняя экспедиция. Покопали очень хорошо, я вам скажу, даже классно. Я нашел золото, несколько динариков, фибулы. Ну, мне коп сегодня зашел очень хорошо. Ну и было свободное время, проехались в разведке. Что тоже надо, потому что без разведки не будет находок. Нужно ездить в разведке, искать новые места, и туда что-то выстрелит. И будет хоть где копать, потому что все уже настолько сильно перекопано, что... Нет смысла выезжать по этим точкам, по старым. Надо искать что-то новенькое.
В общем, находочки вы мои сегодняшние видели. Мы едем домой. С вами не прощаюсь. Будут у нас еще выезды, будут у нас экспедиции. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, друзья. Всем пока.